нас встречает вот таким немножко сумасшедшим домом. Смещались мотоциклы, машины, там вот повозка по туристической столице, лошадиная тулит. Руслан как в шоке заново, уже правила дорожного движения. В общем, тут короли дорог, это вот этой напротив же сейчас стоят. Это мотоциклы. Только эти не сильно короли, потому что они в шлеме. Короли без шлема. Потому что ему все по боку. Да, тут надо чувствовать, понимать, что они на наваре, тут могут и не пропустить. Лошади главное. Я не понимаю просто, какое сейчас действительно главное. Так это вот такой сейчас светофор. А этот прям не стоит пока, тут не наш. Наш? Наш. Но эти сильно ломятся. На этих ты не смотри, он налево поворачивает. Все, Тойота пошла. Сигнали, погнали. Ну, там сигнали, чтобы все офигели и ехать. Сейчас этого Фиата на бок положим. Так, где мотор? Ох ты, ёпси. А ну, его не пропускать. Нет, только вперед. Погнали. Да, ёпси, мопси, подъедем. Давай, сигнали, мы давай, вали, вали. Потому что сейчас вон то, вон чудовище протулится. Куда? Давай, блин, Маугли! Наверное, сейчас водители какие-то гнусные или интересные комментарии про себя говорят. Ну, друзья, могу сказать, что в Марракеше у меня было самое сложное движение за все страны, которые я посетил. То есть, ну, сложно это все описать, нужно просто попасть на эту кучу мотоциклов, на эту кучу машин и понять, что правила там, ну, как бы отсутствуют. Или есть, но какие-то свои очень сильно локальные, измененные. Меня тут на смарте нет, я бы всех сделала, я бы так шух-шух-шух, они бы офигели. Шух-шух, я два мотоцикла подрезала. Ну, я никогда, ну, меня может быть. Даня к тете красиво. А, она Смолынь едет на мотоцикле. Четвонь! Капец! Боже, после Сахары, в которой нет людей, в которой не понимаешь, для кого шесть полос, попадаешь сюда, и это, конечно, просто разрыв мозга. Сейчас, до ДТП, до центра, до Патагиста, разрыв мозга, до Медины, в которой смешались ослы и люди. И змеи. Да, понятно. Ну что, мы доехали в Марракеш, в старый город, поселились в интересном отельчике. В следующей серии маленький обзор будет. И сейчас идем гулять по старому городу Марракеша. Видишь? О, а тут сразу масло меняют мотоциклов. Потому что все правильно. Согласно нормам ислама. Все, мы вышли на площадь. Про Марракеш будет еще много видео. Но что интересно, у них мега популярные мотоциклы. Даже есть маленькие заправки Shell, такие переносные. СТО мотоциклов возле, ну, как видите, продают какие-то там булки, мясо. Сразу СТО с мотоциклами. Марракеш. Сейчас мы вышли на самую центральную площадь Марракеша, площадь Джемаль-Фна. И каждый вечер тут выносят много еды. Видите, там уже такой дым идет на горизонте. Грили разные, фритюры, вот дым какой идет. И там можно отведать местных вкуснюшек. Сейчас мы туда идем. Главное не наступить на змею. Как ты считаешь? Красиво подсвечить, я такой хочу. В центре площади и вечером, и днем продают такие большие киоски с фрешами, разнообразные фреши. Ну, я рекомендую не покупать у них ничего, они разбавляют чем-то, ну, фреши не очень вкусные. А где-то в сторонке, где ребятка делают там, может, меньше выбор, но фреши очень вкусные. Днем просто вот этих мальчиков в белых халатах нету.
На площади очень много киосков с разной едой национальной марокканской. Ну, если разобраться, она относительно похожа, то есть там 2-3-4 вида киосков есть, хоть их там в действительности около 100, но еда очень однотипная. И вот каждый вечер собирают такие палатки, столики, днем как бы тут просто пустое место, а вечером вот такой культ, праздник еды. Так знаешь, сколько людей на этих кубитках? А тут уже разное мясо, там есть десертик. Нет, браза, нет. Видишь, как ждут? Хлеб типа положили, чтобы уже ждали, как бы, что готово. Тут не смотри. К сожалению, я не пробовал в этом месте только бараньи вот эти головы. Говорила? Да, были. Зайбиться ресторан, я облог, сейчас локей. Зубач. Зубач, кабаб, тажин, поливка. И так на каждом киоске напрягают. Подходишь к нему, подходит мальчик и начинает тебе рассказывать, что, как, почем, и реально напрягает. Хочется осмотреться как-то самому, а они очень сильно напрягают. Да, вот через то я говорил, что он через полдня, ну максимум в день с ума сходишь, киска. Задармо, everything. Шашлыки, каламан, шрим, салат, чикен пастелла, обержин, Магда Гислен, Роберто Маковича. Каламара. Democratic price. Ага. This is mean in English. No, not now. Maybe later. Okay. Our number 75. Okay. Stay alive. И так все время идешь, они тебя зазывают, ну просто с ума сходишь от этого всего движа на площади. А в таких чанах продают мега чай. Какого может несколько этого непонятно что? Давай осмотримся. Вот это кажется или халва какая-то, или что, я не знаю. Вот у него видишь такие кусочки. Болет! Чай точно у них есть. Там тоже, наверное, есть. Сладостей мало, да? Мы тоже решили попить этого чая. Чай очень вкусный, такой необычный, ну такой уже духмяный, глаза, блин, открываются, как от какого-то наркотика. Русланка, ну как первое впечатление от Марракеша? Неоднозначная. Почему? Ну, потому что после пустой дикой Сахары, западной, попадать сюда... Появились люди. Появилось очень много людей, появилось очень много мопедистов, от которых ты пытаешься увернуться, появилась куча приставал, которые просят что-то купить. Покушать у них. Появилась куча покупателей на Вовкин телефон, которые на месте готовы брать, только отойти в темный переулок, там деньги спрятаны. Значит, надо быстренько кидаться в сторону. Он только же так на велосипедиста чуть не наехал. Кстати, вы тут вообще никого не видели, же кто-то на русском языке разговаривал. Ну, мы когда ездили по Марокко, мы только в Марракеше увидели, вот там, где вот эта еда была, два человечка каких-то там, и то, ну, какие кактусы. Ого. Большие. Ну, какие мы кушали, видишь? По пять. Хороший. Слова. Берем? Сейчас. Надо посмотреть на нее. Может, в форме улитки? Не знаю. Вот это вот. Давай в форме клубнички. Клубни. Точно попса. Триндец, блин. Ну возьми одну клубничку. Мы остановились случайно возле магазина с пахлавой, а потом очень много раз сюда заходили с
специально нашли за пахлавой. Наборчик пахлавы, такая коробочка немаленькая, там где-то 2-3-4 доллара. И мега вкусная, мега медовая такая. Килограмм пахлавы 6 долларов. Ну, очень цена. Русланка опять кушает. Для тех, кто подписался на канал и смотрит, как Русланка все время кушает, наверное, отписывайтесь, потому что это будет продолжаться вечно у нас. Все новая и новая еда. 3 года назад я был тоже в Марракеше, приблизительно в это время. И мы случайно в этих лабиринтах улиц нашли очень мега вкусный фреш, такой смузи, там бананы, фрукты. И сейчас вот пытаемся его найти. Я так думаю, не съедем, потому что это обозвали. Так. Да они не сильно обзывают. Плечечки не наступи. Ну, может, здесь. За 3 года могло что-то поменяться. Здесь, вот там на углу. Есть, есть. Хоча. Двойной берем. Тройной. Никитосу привезу. Видишь, все пьют с трубочками. Есть. Есть. Мы нашли фреш. И мужик тот же. Трындец. Вам не понять мою радость, так как реально мега вкусный фрешик тут. Один из самых вкусных, что я пил. Да он обиделся. Почему обиделся? Что я его снимаю, лицо прикрыл. Друзья, подходит к концу первый вечер Марракеша. Кому понравилась наша прогулка, ставьте лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Марракеша мы проведем где-то целых 2 дня. Будет еще много интересного видео. Заходите в плейлисты Сахара, Марракеш, смотрите наши другие приключения с данной поездки. Ну, там есть другие плейлисты очень интересные. Спасибо, что досмотрели до конца и до новых встреч. Вот прайс будет.